Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои первый, второй, третий каналы, я хочу представиться, я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. И, как всегда, под сюжетом в описаниях я оставлю ссылки на три канала, на все три канала. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Ну и, как я вам обещала, у нас с вами сегодня экскурсия. Мы идем к Этрусскому музею. Туристы у меня немножко пораньше приезжают, 9:30. Музей откроется в 10 часов. И мы с вами будем осматривать сегодня такие города, как Монтепульчано. Мы запланировали поехать в Радикофани, смотреть замок. Я надеюсь, что сегодняшний день будет достаточно интересным. Привет! Идем в сторону музея. Приехали в Пьенцу. У меня туристы первым делом пошли покупать мороженое. Потому что в Кинчано у нас мороженое не успели подвезти. Я немножко пройду вперед. Покажу вам главный вход в Пьенцу. Я вам говорила, рассказывала в начале, что мы с моими туристами здесь были достаточно много раз уже. Пьенцы. Вот, и хочу напомнить, что Кончаловский здесь свой фильм снимал о Микеланджело. Показывал якобы, что это Флоренция. Красивый вид из Пьенцы открывается на Вальдорчо. Сладкая остановка называется бар. Вот мои туристы, 4 человека, у меня семья. Как раз покупают мороженое. Как для замка, да? Только не свечи, а электричество. Джульетта снимался в Пьенце, вот именно здесь. И Кончаловский снимал тоже Флоренцию именно здесь, в Пьенце. Там мои туристы за алтарем. Вон. Осматривают храм. Берлин, там другая история. Смотрите, вот она, Вальдорчо перед нами. Смотрите, какой красивый вид открывается на Вальдорчо. Вальдорчо, мои туристы подходят, и мы в Пьенце. Самый красивый вид, мой любимый вид. Ой, стабилизатор не слушается. О, сырок. Пьенце стоит на сыре. Монтепульчано стоит на вине. Вкусно, да? Ой, запах, вот только видео не передает запах. А вот это, знаете, для чего? Это вино, для вина. Это десертное. Вот на пробу дают вот здесь. Так, друзья, ну что ж, вот мы с моими туристами приехали в Радикофани. Вот сейчас будет у нас небольшой перерыв обеденный, несмотря на то, что половина второго, все закрыты рестораны обычно в это время. Вот, но в Радикофани мы все нашли. А
открытым. Вот эта башня знаменитая. Нам надо будет потом наверх туда подняться. Оттуда очень красивая панорама открывается на Вальдорче. Тут проживал местный Робин Гуд. Вид у него был очень красивый. И все было открыто. Открыто для обзора. И он высматривал богатеньких путешественников. Грабил. И считается по преданию, что все это он отдавал бедным людям. Вот он, Джино Ди Така, местный Робин Гуд, 13 век, грабил богатеньких, отдавал бедненьким. Но я ж плохого не посоветую. Поэтому все туристы, кто приедет в Тоскану, сюда обязательно. Сидеть одно удовольствие. Висеть. Да. Мы нашли народную тропу, чтобы побыстрее спуститься к машине. И мы приехали. У нас последняя остановка. Это Баня де Сан-Филиппо. Вот туда сейчас вниз будем спускаться. Поэтому с точки зрения санузла это не очень, к сожалению, место оккультурено у нас. Вот, посему сейчас давайте слева налево вот туда. Там можно будет оставить вещи. И вот туда вперед купаться. Так, друзья, смотрите. Вот вы сюда, когда приедете, здесь все бесплатно. То есть заплатим только за парковку. Открыто 24 часа в сутки. Можете приезжать сюда и в ночное время. И вот, пожалуйста, народ здесь купается, отдыхает. Я уже ни одно видео здесь снимала, поэтому вот можно расположиться вот здесь. И потом вот вперед отдых. Вот такой. После экскурсии я считаю, что это вполне достойно. Вполне достойный отдых. Так, сейчас воду вам покажу. Ну, запах такой серый, он, конечно, ощущается. Поэтому с точки зрения профилактических мер, я думаю, что здесь совсем неплохо. Зимой тоже можно приезжать сюда.
взял свою футболку. Ну, вот так заканчивается наш туристический день. Через какое-то время мы вернемся к Кинчану. Потом мои туристы выезжают в Витербо, а потом в Рим. И через какое-то время, через несколько дней, мы увидимся с ними уже в Риме и в Ватикане. Друзья мои дорогие, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.